нужно долго искать справедливость. Сегодня поговорим о преимуществах. О преимуществах работы с автостопом. С ремейком, кстати, топ-гировским. Да-да, мы не стесняемся, действительно, ремейк. Только он чуть лучше. Потому что тот топ-гир, который вот сейчас в лице автостопа, он был практически 10 лет назад. Сейчас Ричард Хаммонд и компания, они несколько выросли. Они позволяют себе покусывать. Громко покусывать. Кстати, люди им платят, чтобы их кусали. Потому что это стильно. Но преимущество автостопа. Это огромное количество автомобилей. И с высоты своих прожитых 10 лет мы можем сказать, что да, мы подросли и стали тем самым львом, который может и покусывать, и защищать. И очень хорошо этот лев относится к своим любимцам, к вам, телезрителям. И для вас мы приготовили различные автомобили. В том числе этот. Ну, родом из Австралии, якобы. Была такая собака, и есть она, дикая собака Динго. Ну, почему мы себя можем сравнивать со львом? А ну, потому что то, что умеем, можем и хотим это делать. Работать. Как мы работаем, вы сами видите. А если у нас последователи, да, есть шоколад такие разные. Знаете, автомобильных каналов в городе почему-то стало слишком много, 8 штук. Наверное, так все дело хорошо идет. Ну, собственно говоря, преимущество льва не очевидно. Мы питаемся только хорошими продуктами. А всякую падаль там, которую приносят там, на авторитетных серебряных блюдах, там достают из персонально для вас приготовленного сундучка, это вот, пожалуйста, грызите дальше. Нам же приносят только хорошие продукты. Хороший продукт. Вот Toyama Автор. Это Mitsubishi Динго. Очень вкусный экземпляр и по совершенно недорогой цене. 200 с небольшим. А что за машинка? А машинка — мечта поэта, мечта сельхозработника, который предпочитает ездить в большинстве случаев по дорогам с хорошим покрытием, мечта садовода, мечта рыбака. Почему? Ну, потому что это вот тот самый экономичный вариант. То есть двигатель 1.3, стоимость, ну просто смех, пробег у этого экземпляра 34 тысячи, машина с Японии, четверочка по аукционному листу, при этом это правильная четверка. То есть нигде вам тут не будут обманывать. И сегодня вы не услышите комментарии от руководителя фирмы Toyama Auto, что на Ленина 18. Знаете почему? Потому что мы приехали, попытались Андрея Черкова выдернуть. Не получилось. Потому что, ну, благодаря автостопу и благодаря качественной и своевременной поставке автомобилей у Toyama Auto, ну, очереди. Да, бывает. Ну ничего, справимся, а комментарии будут у нас в Японии. Да-да-да. Автостоп, ну, везут в Японию. Кое-кто, правда, тоже кое-куда ездит, но у тех передач с оппозитными двигателями под крылом тоже кошки такой слабовастенькой. У них подпитка другая, у нас нету мебельных салонов за спиной. Поэтому, извините, вот можем только в Японию ехать. И обратно, ну это мы вам потом расскажем. А теперь конкретно об этом автомобиле. Вы знаете, я пальму первенства в создании универсалов отдам все-таки японцам. Да, люблю америкосов, но умом не представить, как так можно сделать. Да, недавно ездил на Toyota Tahoe за своей любимой в Уфу. И там поспал, разложил все. Но вы знаете, Tahoe большой автомобиль, это чуть меньше, но место здесь тоже втроем можно, да и вчетвером поспать. Почему? Потому что салон трансформируется, утилитарность этой машины безупречна. А, ну а теперь самое главное. Для кого эта машина? За такую небольшую сумму, 220 тысяч рублей. Для людей семейных, да. Хотите ребенку подгузник поправить? Да не проблема, вышли. Ну, не за руля, конечно, жена может выйти спокойно и накормить, и грудь дать, и соответственно, тоже сам подгузник поменять. Хотите здесь увезти плазму? Ну, плазма, она длинная, но тонкая. Так вот, этих плазм сюда, ну, нормальной диагонали поместится 5 штук. А сюда, в принципе, запросто войдет и серьезный холодильник. Почему? Потому что удобно, практично и разумно. Что еще можно выбрать? А, теперь самое интересное. Дело в том, что, ну, обращаются люди, говорят: Алексей, ты не можешь конкретно нам порекомендовать японскую машину? Я вам говорю, нет, не могу.